Здравствуйте, дети. Я матрос-ватник из Новой Зеландии. Это такая страна в южном полушарии. Сейчас у нас лето, приближается Новый год, и самое время отправиться за новогодним лакомством – орехами макадамия. Для этого я пойду вот в тот лес, который находится прямо за моим домом. Но сначала нужно одеть сапоги. Ну пока. Вот они. У меня есть еще здесь. Вот так вот они выглядят. Вот. Они очень твердые и очень полезные.